ребята. Ребята, вау, что это такое? Я думал, я самый большой, а здесь какой-то дракон. Ребята, восточный дракон, за мной гонится восточный дракон. Спасите меня, пожалуйста. Вай. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство. С вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в эту замечательную игру под названием «Съедобная планета». Так, ребятки, в прошлый раз мы уже с вами... Смотрите, где были. Мы были у ученого на столе в лаборатории. Мы отправились в прошлое, мы ели динозавров, мы были в Египте. Даже мы дошли уже до Рима и до Древнего Рима. И тут у нас, ребята, древний Китай какой-то, наверное, или что-то в этом роде. Сейчас будем смотреть. А что это такое? Рисовое зернышко, да, ребята? Это мы где-то в восточных странах. Мням-мням. Слышите? Ребята, отличненько, посмотрите, как мы собираем рисовые зернышко. Так, отличненько, давайте соберем. И съедим, наверное, всех китайцев. Ой-ой-ой, что это такое? А это что, это какие-то лепестки, ребята, цветов, наверное. Посмотрите, как вкусно. Так, отличненько, ребятки, мы собираем рис, который рассыпал кто-то, наверное, из людей. Нам его остается только, ребятки, собрать. Так. Отлично, просто супер. Замечательно, дорогие друзья. Так, отлично. Давайте соберем, покушаем. Вкусно. Так, а когда же я уже смогу кушать лепестки или что-то такое, похожее на лепестки? Потому что я уже большой. О, ребята, посмотрите. Посмотрите, я могу хавать уже лепестки. Вот это прикольно, вот это в действительности круто. Вау, классно, цветочки, едим цветочки. Идите сюда, вкусненькие цветочки. Так, я думаю, скоро мы можем... Ого, ребята, нельзя на вот эти штуки попадать. Они очень острые. Вон, смотрите, меч. На него тоже нельзя попадать, потому что он очень острый. Так же, как и эти вот звездочки, которые, наверное, используются в различных рода боях. О, все, ребятки, мы можем кушать цветочки. Посмотрите, как это вкусненько мы делаем. Отлично. Даже, наверное, вот... О, даже мы можем эту кушать, ребята. Мы настолько выросли, что нам уже даже звездочки не страшны. И мы съедаем, ребятки, вот эти звездочки, которые нам раньше кололи. Так, отличненько. И даже камни, ребята. Отлично, ребята. Посмотрите, мы съедаем все, что надо. И сюрикены, и все. Посмотрите. Ох, как вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням. Я так думаю, что скоро, ребятки, с таким успехом мы сможем и меч самурая проглотить. Так, а вот и самурай. Ребята, ай, самурай, за мной гонится самурай. Надо убегать от самурая. Ребята, вот он, его меч. Надо убегать от самурая. Давайте убегать, потому что он сейчас нас просто затопчет. Так, самурай, отстань от меня. Все, я съел меч, ребятки. Это уже означает немало. Это означает, что мы уже выросли до определенного размера. Да что ж ты будешь делать, ребята? Он за мной гонится, никак не угонится. Я его скоро сам съем, если вырасту. А вырасту, ребятки, я обязательно. Так что пускай боится теперь меня скоро. Скоро я за ним буду охотиться. Так, подождите, ребята. О, все, ребятки, мы можем хавать рыбу, посмотрите. Но самурая пока еще нет. Он еще за нами гонится, чтобы нас догнать и съесть, ребятки. Посмотрите, ходит за нами. Ходит, бродит, не знает, куда ему подкнуться. Так, теперь, наверное, скоро мы сможем съесть его. Отличненько, дорогие друзья. И мы с легкостью с вами прошли этот уровень. Давайте перейдем, собственно, на второй. Так, здесь опять нам предлагают рис. Давайте, естественно, начнем с риса. И я думаю, таким образом мы будем расти большими. Вау, ребята, тут крысы. Крысы тоже собирают рис. Вы видели, сколько крыс здесь? Крысы тоже меня хотят съесть. Дайте мне риса. Я хочу весь рис скушать. Так. Отличненько, просто супер. Так, крысюк. А ну, аккуратненько, дайте мне. Где этот крысюк? Нехороший, который хочет меня съесть, ребята. Ням-ням-ням-ням-ням, как вкусно. Вау, вот он, вот эта крыса. Ребята, это крыса, она гонится за мной, она тоже хавает рис. Посмотрите, она хочет у меня забрать весь рис, ребята.
Прикольно, так, отличненько. Но мне надо съесть намного больше. И может быть, когда сейчас я вырасту, может я съем этого крысюка. Отлично, да, ребята, я чуть-чуть надкусил его. И уровень уже мне показало, что пройден. Отличненько. И мы с легкостью, ребятки, продолжаем уровень дальше. Так, погнали дальше. Что у нас дальше, ребятки? А дальше у нас здесь какие-то самураи, ребята. Ниндзя. Самурай и ниндзя, ребята, мы хаваем самурая и ниндзя. Таких приколов я еще не видел. Мы полметра в длину, ребятки. А, они меня стреляют звездочками, сюрикенами. А я думаю, в чем проблема? Думаю, почему я... Они меня пытаются тоже словить, ребята, вы видели? И самурай с мечом, а сюрикен с этим, со звездочками пытается выловить меня. Ну ничего, мы сейчас всех, ребятки, повылавливаем с легкостью и... С легкостью пройдем, я так думаю, этот уровень. Так, здесь, я так понял, они здесь только тусуются. Больше их нигде особенно так и не видать. Они воюют между собой. И так, а также стреляют в меня. Так, отличненько, отличненько. Все пока идет. Ребята, они между собой дерутся, а я, получается, влез в драку и съедаю таким образом всех самураев и ниндз, которые... Ребятки здесь собрались, да-да-да. О, мы уже метр в длину, посмотрите, какие ребята, мы огромные. Мы вокруг дерева будем кружлять, чтобы сразу нам попадались под руку ниндзя. Посмотрите, мы вот так вот, они выходят и выходят отсюда. Посмотрите, нам даже никуда не надо бегать. Отличненько, дорогие друзья. И мы с легкостью продолжаем нашу дальше игрушку. И у нас здесь четвертый уровень. Так, нам показывает, что нам надо кушать цветочки. Собирать цветочки и сюрикены, вот эти звездочки. А также мы уже можем собирать камни, ребята. Ну, давайте, собственно, начнем с цветочков, с сюрикенов, со статуй. А там посмотрим. Я думаю, скоро начнем и рыбку кушать, и мечи, и все остальное. Так, ребяточки, давайте, давайте, давайте. Цветочки тяжело так собирать, они такие маленькие. О, я уже могу скушать меч. Это просто замечательно. Это просто не может не радовать. Это просто отличненько, дорогие друзья, потому что... Мне приходится потом расти, ребятки. Я кушаю и вырастаю. О! Ой-ой-ой, ребята, вы видели, я на него попал, и у меня кучу жизни отняло. Вот это да, ребята. Мне на него ни в коем случае нельзя попадать, потому что я сразу же... О, рыбу тоже могу кушать, отлично. Потому что я, ребятки, проигрываю. Как только я на него, ребята, попадаю, у меня сразу же аут, ребяточки. Я проигрываю, и все. И я уменьшаюсь в размерах. И таким образом мне придется проходить этот уровень в два раза больше, дорогие друзья. Так, ну что ж, погнали, 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 погнали. Посмотрим, из чего здесь... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, за мной гонится, гонится, гонится. Дайте мне, пожалуйста, убежать. Так, отлично, о, шпаги. Так, отлично. Ох, ребята, все, мы выросли. Посмотрите, какие мы большие. Ребята, посмотрите, мы хаваем ниндз теперь. И этих чуваков, которые нам мешали, мы теперь всех хаваем. Все, теперь я никого не буду щадить. Теперь я буду кушать. О, рыбка, ням-ням-ням-ням-ням, как вкусно. Отличненько, просто супер. Я считаю, что это, ребятки, просто замечательно. Так, давайте будем хавать, хавать, хавать все, что у нас есть здесь. Ням-ням-ням-ням-ням-ням, как вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот это да, вот это вкусно, ребятки. Вы даже не представляете, как это вкусно. Так, отлично. Так, давайте съедим эти памятники, которые здесь стоят. А также давайте, ребятки, съедим всех ниндз, которые здесь пытаются нас убить, отстрелить. Так, давайте шпаги с рыбой поедим все. А то они повыбрасывали шпаги. Небось, им шпаги не нужны, они стреляются звездочками. Они говорят, нам шпаги не нужны, мы вон стреляем звездочками, и все у нас замечательно. Так, ребятки, мы уже практически метр в длину. Посмотрите, какие мы уже большие. Отлично, отлично. Так, ребята, мы уже столько съели ниндз, что хватило бы, я не знаю, заселить полпланеты, наверное. А мы съели так много их уже. Ауч, ребята, ауч, потому что в меня стреляют звездочками самураи, сюрикенами своими стреляют меня. Из-за этого я говорю ауч, ауч, ауч. О, два памятника. Ребята, посмотрите, я уже 1.25 м в ширину и в длину, я уже такой большой. Ого, я еще стал больше. Ребята, посмотрите, сколько здесь я могу есть камней. Я уже 1.5 м. Отлично, ребята. Посмотрите, сколько здесь камней для меня есть. А кроме этого, ребятки, я, наверное, сейчас смогу что-то съесть еще новенькое. Сейчас посмотрим.
Да, ребятки, это цветочки. Я уже могу их кушать, оказывается. Отлично, отлично. Это деревья, ребята, а не цветочки. Это целые деревья, которые я хаваю. Ребята, я начал хавать все деревья подряд. Посмотрите, какой я большой. Я думаю, что скоро я, может, и дома начну есть. Может дойти и до этого, ребята. Это будет просто отлично. Да, ребята, я съедаю весь город. Весь город самураев, где жили самураи, я их дома. Ребятки, просто-напросто съедаю. Вы посмотрите, с каким я удовольствием это делаю. Ням-ням-ням, как вкусно. Отлично, ребятки, просто супер. Посмотрите, отличненько, дорогие друзья. Мы с легкостью прошли с вами уровень. И мы продолжаем нашу замечательную игру под названием «Съедобная планета». Так, Tasty Planet. Погнали. Так, здесь нам что в этом уровне предлагается? Так, нечаянно паузу нажали, идем дальше. В этом уровне у нас предлагаются кушать статуи, вот эти, которые сделаны, ребятки, из бетона. Собственно, давайте начнем их кушать, а там посмотрим, что из этого получится. Так, отлично, отлично, отлично. Съедаем, съедаем, съедаем. Ой-ой-ой-ой, сколько, ребята, здесь статуй, посмотрите. Я 10 сантиметров уже в длину, ребята. Так. А как же мне собрать все статуи, чтобы мне... А, мне не только, наверное, статуи. А, нет, статуи. Это какой-то, ребята, ритуальный такой павильон. Такое место ритуальное, где, наверное, приносят кого-то в жертву. Посмотрите, сколько здесь разных статуй, различных размеров, ребятки. И мне нужно их кушать, ребята. Да-да-да. Просто неудобно, что они везде растут. Ого, ребята, посмотрите. По кругу идем. Ого, вот это да, вот это удобно. Посмотрите, одна за одной. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как вкусно. Ого, ребята, я же говорил вам, что тут статуи миллионы. Ребята, посмотрите, сколько здесь статуй. Ммм, как вкусно. Вот это да, ребята. Вот это да, вот это. Ого, даже вот эти уже можем большие кушать. И вот эти пока еще нет. А вот эти уже можем. Вот это да, вот это круто. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, дорогие друзья, отлично. О, даже большие уже пошли в ход. Ребята, я уже начал большие статуи съедать. Посмотрите, какой огромный. Мы начинаем съедать большие статуи, ребятки. Да-да-да, вы не ослышались. Это огромные статуи, которые стоят. Посмотрите, мы их все съели. Отличненько, дорогие друзья. И мы с легкостью прошли этот уровень. И мы переходим к следующему уровню. Так, что здесь? А здесь у нас надо собирать цветочки нам маленькие. И смотреть, что из этого получится. Будем собирать цветочки, а там посмотрим. Ням-ням-ням-ням-ням, как вкусно, какие вкусные цветочечки. Так, ребята, я довольно быстро таки расту, если видно. Собираю цветы, посмотрите, как я собираю цветы. Ням-ням-ням-ням-ням. Вот это да, целое поле цветов, ребята. Вот это круто. Посмотрите. Целое поле цветов, ребята, я еще такого не видел. Они везде, мне просто нужно ходить и все. Он сам собирает их, посмотрите, он растет из-за того, что кушает эти цветочки. Да-да-да, ребята. Отлично, отлично. Мне, наверное, целое поле цветов надо съесть, ребята. О, и большое дерево съели. Отличненько, дорогие друзья. И прошли мы с легкостью этот уровень. Так, ну и последний уровень в этом эпизоде, ребятки. Давайте, собственно, его начнем. Здесь мы начинаем все с риса, как всегда, в общем. Так что давайте, погнали. Начинаем хавать наш замечательный рис, который такой вкусный. Ням-ням-ням. Так-так-так. Давайте весь съедать, чтобы не пропускать ни одного. Сейчас весь посъедаем. И начнем, наверное, с лепесточков. Цветов, которые нам надо. Лепестки роз. Ой, роз. Лепестки орхидей. Лепесточки орхидей вот этих надо нам кушать, ребятки. Чтобы вырасти тоже большими-большими, ребятки. Ням-ням-ням, как вкусно. Так, отличненько, отличненько. Здесь тоже собираем. Отлично, просто супер, просто замечательно. Так-так-так-так-так, ребятки. Так, здесь мы собрали. Давайте поехали дальше. А вот еще у нас... Вот еще у нас есть, ребята. Отлично, отлично. Отлично, просто супер, просто замечательно. Все, ребятки, я уже могу лепесточки
орхидей кушать. Ммм, как вкусно. Все, ребята, я собираю лепесточки орхидей. Ой-ой-ой, на сюрикен накололся, ребята. Накололся на звездочку. Так, отлично. Отлично, просто замечательно. Так, ребятки, давайте же, наверное, уже, я не знаю, собирать. О, все, мы теперь можем уже идти кушать, потому что мне уже надоело, надо все подряд кушать. Все, мы даже сюрикены можем кушать. Все, теперь я не боюсь за то, что, ребята, что мы будем колоться, а их, все, теперь мы можем просто их попросту съедать. И таким образом, ребята, набирать мышечную массу и расти, 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 расти. Вот видите, я же говорил, ребятки, посмотрите, какие мы уже огромные. Все, ребяточки, круто, 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 круто. Здесь сейчас, как всегда, самураи за мной начнут бегать. Скажут, ах, ты такой негодяй, ты съедаешь все наше добро. Так что иди сюда, мы тебя раздавим. Я так думаю. Я так думаю, что они где-то здесь рядом ходят недалеко. Вот он. Ай, ребята, я же говорил вам. Вот два самурая, они гонятся за мной. Спасите, спасите, спасите меня. Отличненько, отличненько. Ребята, мы пока уходим от них. Пока уходим. Ауч, он меня зацепил. Он меня, ребятки, зацепил. Этот нехороший самурай. Все, ребята, мы можем теперь... Посмотрите, сколько мы всего съели. Вот это круто. Вся рыбка наша. Отличненько, ребята. Статуя пока еще нет. А, все, теперь даже статуя. Ну, пока что еще самураев нельзя нам кушать. О, все, уже можно, ребята. А-ха-ха-ха-ха. Все, ребятки, мы выросли. И таким образом мы уже самые большие. И нам теперь люди не помеха. Разве что ниндзя сюрикенами в нас бросаются, видите? И самураи эти нехорошие. Мечи побросали и бросаются сюрикенами. Разве так можно, ребятки? Зато я набираю мышечную массу за счет... За то, что я, ребятки, съедаю их. Съедаю камни, съедаю рыбу, цветы. И все, что вижу на своем пути, дорогие друзья. Так, отличненько, отличненько. Давайте соберем вот эту рыбочку, которая здесь находится. Отлично, просто супер. Просто замечательно, дорогие друзья. Круто. Вау, 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 вау. Подождите, подождите, подождите. Отличненько, отличненько, отличненько. Просто супер. Отлично. Так, 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 ребятки. Ай-яй-яй-яй, ребята, что же это такое творится-то, а? Что же это творится-то такое? Дайте мне, пожалуйста... Ням-ням-ням-ням-ням, как вкусно, как вкусно, как вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, отлично. Дайте мне, пожалуйста, побольше самураев. О, ребятки, посмотрите, какой я уже большой. Я уже, наверное, скоро смогу дом даже съесть самураев. Да, ребятки, мне кажется, что скоро я смогу съесть ихний дом. Пока мне придется довольствоваться ихними памятниками и статуями. Но в скором времени, я уверен, ребятки, что мы все-таки вырастим. И мы все-таки, ребятки, сможем начать хавать все это добро. Все, ребятки, отлично. Мы можем хавать деревья. Представляете, посмотрите. Мы съедаем деревья, ребята. Вы представляете, какие они большие уже. Мы настолько выросли, что съедаем попросту деревья. Да-да-да, ребята. Вы не ослышались. Посмотрите, ребятки. Ой, дома уже пошли в ход. Все, ребят, если дома пошли в ход, это означает, что я уже очень большой. Посмотрите, ребята. Посмотрите, посмотрите, какой я огромный. Ого, ребята. Ребята, вау, что это такое? Я думал, я самый большой, а здесь какой-то дракон. Ребята, восточный дракон. За мной гонится восточный дракон. Спасите меня, пожалуйста. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. А куда же от дракона-то убежать, ребятки? Чтобы дракона нам... уничтожить. Нам надо, наверное, набрать мышечную массу. Нам надо больше домов съесть, чтобы вырасти. Чтобы нам дракон, ребятки, был нипочем. И таким образом мы сможем его съесть. Я так думаю. Пока что нет, ребята. Пока что мы его не можем съесть. Ого, ребята, дракошек довольно-таки большой чувачок. Все, ребята, мы можем съесть дракона. Отлично, дорогие друзья. И здесь у нас идет заставочка про мальчика и про доктора.
и говорит: «Но почему же Глазастик не проглотил весь мир? К счастью, его размеры уменьшаются каждый раз, когда он путешествует. Однако, по моим расчетам, это путешествие будет последним. Если мы не остановим его, он съест все. Нужно подготовиться. Где-то в будущем. Ребятки, последнее путешествие во времени у нас сейчас будет, и это мы с вами уже пройдем в следующем, ребятки, эпизоде. В будущем мы будем. Последнее путешествие в будущее, дорогие друзья, у нас будет. А с вами был, как всегда, Юра. Вы были, как всегда, на канале «Вечное детство». Подписывайтесь, дорогие друзья, на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новости. Ставьте пальчики вверх и комментируйте мои видосики. До скорых встреч, дорогие друзья и дорогие мои подписчики. Я вас всех очень люблю. Пока-пока.